Эти волны новых колонн, они не прекращаются. По новой посылают новые очередные группы солдат, танков и на Угледарском направлении, и на большинстве других направлений. То есть атаки эти продолжаются. И, скорее всего, они еще будут продолжаться довольно-таки долго. Это напоминает нам ситуацию, как было с Павловкой. Павловка находится чуть южнее Угледара. И ее точно так же штурмовали в прошлом году. То есть тоже волна за волной. И каждый раз терпели поражение, каждый раз разбивали технику, погибало большое количество солдат. И тогда многие даже пророссийские военкоры говорили, что в боях за Павловку, такой очень небольшой населенный пункт, погибло больше 1000 российских военных. Это громадные потери. Но тем не менее Павловка теперь захвачена.